Всем привет! По заказу интернет-магазина F-Magazine проведу видеообзор колеблющейся блесны от компании «Русская блесна» модель «Фламинго». Данная блесна выпускается в трех весах, это 10, 16 грамм и 21. Приманка в размере, ну вернее сказать, в весе 21 грамм имеет длину 70 миллиметров. Она достаточно такая вот широкотелая и имеет, ну, в наиболее широком месте ширину порядком около 2 сантиметров. Фламинго имеет некую такую вот изогнутость. Можно видеть, что с каждой из сторон имеется вот такая вот выступающая часть. То есть она имеется как с лицевой стороны, так и с внутренней стороны блесны. Блесна имеет насечку в виде чешуи. Можно видеть, также нарисованы жаберные дуги, глаз. То есть достаточно реалистично выглядит блесна. На обратной стороне можно видеть, что нанесено название модели, указан вес и также указано, что блесна делается в России. Но с весом блесны все не так однозначно. И вот если мы посмотрим реальную массу данной приманки, то можно видеть, что она несколько отличается от заявленной. То есть можно видеть, что реальная масса блесны составляет порядком 19,14 грамм. То есть приманки делаются вручную, поэтому несколько может различаться масса приманки. Но это ничего страшного, блесны все рабочие. Блесны имеются в четырех цветах. Это серебро, то есть вот такой вот цвет блесна у меня в руках. Также имеется фламинго в цвете латунь, медь. Ну и также есть двухцветка. То есть с одной стороны идет полоска серебристая, с другой стороны полоска золотого такого цвета. Приманка оснащена двумя достаточно крупными заводными кольцами. Также имеется вот такой вот качественный, достаточно крупный тройник, имеющий вот темное покрытие. Блесна во время равномерной проводки имеет достаточно размашистую игру. Отлично она подойдет и для ловли в стоячих водоемах, и на реках. Основные объекты ловли — это жерех и щука. Приманка, вследствие того, что она достаточно такая вот широкая, а во время проводки она, как правило, идет в верхних слоях горизонта. Ну и поэтому отлично подойдет во время, ну, те моменты, когда жерех питается мальком, соответственно, бьет на поверхности. Ну и вот как раз вот нередко вот именно фламинго выручают в такие моменты. То есть блесна отлично ловит жереха. Единственный момент, как и многие колеблющиеся блесны, ее, ну, как бы желательно очень быстро не вести, так как она может начать штопорить. Блесна достаточно интересная, хорошо ловит и жереха, и щуку. Ну и, соответственно, любителю ловли жереха, обратите внимание на данную приманку. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!